в общем, вояжи, настолько вкусные завтраки здесь на 24 на 7, что мы на шведку завтра даже не ходим. Я его вам не снимаю, не сниму. Ужин я вам снял. Все то же самое, только как бы завтрак. Но нет смысла туда ходить, потому что, смотрите, здесь ты хочешь омлет себе заказал, яичницу заказал, самон, да, семгу заказал. Я вот с круассаном себе делаю, обожаю на завтрак, с кофе. Сок свежевыжатый, халуми жареный, каймак, мед. Ну, то есть все, что ты хочешь, даже не по меню, отдельно заказываешь, тебе приносят даже ягоды, кстати. Малину, клубнику. Всем приятного аппетита и доброго утра. Такой вот вам обзор шведского стола вместо шведского стола. Наконец-то у меня сегодня есть время опробовать пляж. Сегодня будем опробовать зеленый пляж с травой. Потому что у меня времени много, у меня на самом деле всего лишь 2 часа, потому что в 2:30 я уезжаю в Алкантаж квартиру показывать. Мы с этим застройщиком поедем, тоже вам покажу немножко. Да, давай, смотри, здесь меню есть. QR-код наводите. Можно заказать. Вот сейчас проверим, как будет доставка, нет? Смотрите прогноз погоды. А если ману без сахара, вот такой хочешь. Чудеса какие. А, это как в шоке продают, которые вкусные, кстати. Смотрите, да, видно вам, нет? В общем, прогноз погоды от Евгения. Вот сейчас будет пару дней там с дождем, а потом просто вообще. А с 4 января вообще даже безоблачно будет полное. Не то, что дожди не будет, даже облаков не будет. Поэтому так. Ну, примерно, как бы прогноз может поменяться немножко, но в основном, как бы, динамика такая будет, что жара. Раздеваемся и загораем. Вот смотрите, это не постанова. Я вот вам снимал секунду назад. Наверное, как быстро. И Жанне уже принесли. А мне кажется, он даже до бара не успел дойти бы. Вот это, да, кстати, покажу вкусный очень напиток с имбирем. Ну, правда, здесь сахара много. В Турции прикольно, они сразу пишут, видите, вот шекер лир. 9,5, это больше, чем в коле, больше, чем в фанте. Но вкусный с имбирем. Так, ну что, я наконец-то добрался до бассейна. Последний день. И то 2 часа. У меня есть запас, уже даже меньше. Давайте заряд вам бассейновых эмоций. Как всегда, друзья, не забывайте подписываться в Телеграм, Инстаграм. Там онлайн все выходит. И рилсы я вам там выкладываю. И посты интересные. Снимаю посты. Правильнее будет. Вот, и вообще можно по-живому там общаться, друг с другом переписываться. Да, и у нас действует партнерская программа, поэтому все, кто хочет принять участие, приходите, регистрируйтесь, пишите, я вам подробно все расскажу. Если вы риэлтор или, может, даже не риэлтор, кто-то из знакомых у вас хочет купить квартиру, вы можете принять участие в нашей партнерской программе и быть участником рынка недвижимости. Ну, конечно же, при этом заработать. Так, ну что, заряд эмоций вы получили, бассейну, как всегда, наливайте в ванну, ставьте на перемотку и заряжайтесь. Так, ну давайте мерить воду, градусник я с собой не взял, я его больше с собой не беру, потому что я температуру воды меряю на ощупь. Ладно, тем, кто смотрел, даже на Инстаграм подписан, уже знает, и на Телеграм. Что у нас есть теперь Apple Watch, последняя модель, которая замеряет температуру. Смотрите, 27 градусов показывает, но он меряет точно, прям я сверял, он единственное не показывает десятые. Вот, а мой градус профессиональный показывает 10. То есть сейчас бы был, ну, 27,2, 27,3. То есть он округляет, как, ну, если 27,5, да, это будет 27. Если 27,6, то он же покажет 28. Ну, как в простой математике, округление идет. Это то же самое. 27 градусов, вот, перемеряю вам еще. Вот такая подогреваемая вода в бассейне. Вояж билет. Очень комфортно, очень классно. Считайте, вот как, ну, летом у нас. Ну, летом, конечно, под 32 у нас бывает в море. А так, средняя температура 26-27. Все, оставляю вас на берегу и пойду плавать. Очень классный бассейн. Здесь он бар. Я вам вчера показывал, здесь ресторан, можно поесть. Но вчера у вас здесь все в одном видео будет. Не буду плодить много видео. Я еще работаю много, сейчас опять уеду. Вот. Все, здесь есть спа, конечно же, не знаю, дойду туда, нет. Очень хотел в баню сходить, но, наверное, не получится. Потому что награждение вечером, и я, дай бог, успею вообще награждение вернуться в Султанташ. Ну, кстати, отсюда ехать всего лишь полчаса, поэтому кто будет тоже отдыхать здесь, в другом отеле, пишите. Вот, или трансфер вам организую, или я здесь где-то рядышком буду, или в Алтанташе, я как бы за ним заеду, поедем, посмотрим квартиры. Вот, от 107 тысяч сейчас начинаются, и очень хорошие льготные условия сейчас по рассрочке. Если раньше было 50%, сейчас зима, немножечко стагнация, рынок немножко пристал, пристал. Вот, можно от 20 застройщиками договариваться, 25, вот, и акции иногда кое-какие там выкидывают, на одну, на две квартиры, что-нибудь недорогое. В общем, от 107 тысяч евро.
можно заходить, вот, ну, плюс от меня какие-то плюшки, я всегда вам сделаю там подарки. Вот, даже, ну, денежные бывают, могу поделиться своей агентской комиссией. Тихонечко скажу. Вот. Ну, как бы это рынок, и в туризме такое бывает, и в недвижимости, и везде, в принципе. Ну, кэшбэк можно так называть, многие привыкли к этому. Тинькофф нас всех приучит к кэшбэку. Поэтому приходите, приводите друзей, и будет вам тоже кэшбэк. Дубай, Турция, Таиланд, как я уже сказал. Россия, любая страна мира. Везде прямые контракты с застройщиком у вас будут, вот, то есть никаких агентских комиссий. Все по ценам от застройщиков, гарантированно, надежно. Вот, но если вторичка, то да, там вторичка уже есть комиссии по закону, как положено, 2%, что в Дубае, что в Турции, это так по закону положено. Да, кстати, если хотите тоже продать квартиру, тоже пишите, на нашу базу поставим на сайт, Telegram. Вот, если вообще интересный объект там в Турции, где-то еще в Дубае, можно приехать даже поснимать. Кто-то из менеджеров подъедет, все. Поснимает, тоже мне передаст или сразу базу добавит. Все, хорош болтать, я вообще там свой телефон оставил, чтобы никуда не уронить. Смотрите, вояж не перестает радовать и удивлять сегодня. Здесь возле пляжа у нас, где диджей-сцена. Такой вот фудкорт образовался. Бутерброды с сэндвичи есть, сосиски жареные, кукуруза. И можно еще дурум себе сделать с мясом. Положите огурчик, помидор. Сделать себе добавочки всякие. Самому порезать шаурму, представляете? Ладно, значит, порезать это была шутка. Никто не даст. Вот, но был прикольный, если был такой мастер-класс по нарезанию шаурмы. Это не просто вареная кукуруза, ее делают в стаканчике. Вот так вот с маслом, с солью. Очень вкусно в Турции, на всех набережных так делают. Чё, гузы? Не сыр. Как в Турции ходят и кричат. Не сыр. Ну и, конечно же, музыка. Диджей сэр. Немного громко, а так хорошо. Вот такой дрюмыч можно себе слепить. Взять еще айран. И вперед. Так, ребят, добрый день. Снова наш любимый район Алтантаж, который вижу огромную перспективу. Да, через 5 лет здесь все достроится, будет все в классных комплексах. Супер комплексы, знаете, такого как люкс-отели, все системы отелей тоже у нас, и бани, хамамы, фитнесы, все там есть. Сейчас вот в этом проекте есть акция, 130 тысяч цена. Здесь есть все, мультикорт, подогреваемый бассейн, здесь бассейн для взрослых, бассейн для детей, пальма, пикты, абрипикты, все как всегда. Одно парковочное место вот здесь у нас. Паркинг подземный включено в стоимость квартир. Есть квартира 1 плюс 1, 2 плюс 1. В общем, территория огромная, велодорожки даже есть. Можно детей отпускать и просто, чтобы они здесь жили. 3,5 километра до моря. Песчаная набережная у нас, длиной 5 километров, широченная набережная. Очень классное предложение, поэтому, кто хочет, пишите. Организуют, все сдается с отделкой. Двери, окна, все-все-все. Сантехника, мебель в ванной, кухонный гарнитур, да, и тройка, вытяжка, духовка, шкаф, духовой. В общем, все есть, поэтому очень классное предложение. Просто заехал, живи, кровать ставишь, кофемашину, холодильник и вперед. Так, друзья, заходим. Смотрите, сейчас у меня есть очень горячее предложение. Одна квартира осталась. Смотрите, сейчас я вам покажу. 148 тысяч евро она стоит, но сейчас могу сделать за 137 600. Акция есть небольшая, реально последняя квартира. Вот так вот примерно она будет выглядеть, практически один в один. Это у нас комплекс, который уже практически достроен. Рядом вот строится еще не комплекс. Есть рассрочка, без процентов, никаких агентских комиссий, все без комиссий. У нас наоборот помощь, МНЖ, все остальное, все помогаем делать, счет банки, отель, смотрите, газон. Ну, это если у вас будет на первом этаже квартира, то будет вот так вот. Если на первом, то повыше, то вот так вот. Это у нас кухня-гостиная, квартира 1 плюс 1, 45 метров у нас все, это входит в стоимость. Кухня, столешница, все вот это, марки Bosch у нас будет, да, духовой шкаф, плита, вытяжка, смеситель, хэнсгрохи будет у нас. Вантов, холодильник надо купить, кофемашинку, кровать. Да, можно даже без стола, видите, если так вот сделано. Потом здесь у нас будет, смотрите, ванная комната. Все вот так, видите, все будет у вас уже включено в стоимость. Сантехника, отделка, мебель. Заехал, все, и живешь. Здесь шкаф при входе, зеркало, спальня. В спальне тоже будет шкаф. Все, здесь даже еще будет плюс теплые полы. И окна панорамные, балкон. Балкон можно выйти как из спальни, так и из гостиной. То есть все, чистовая отделка, полностью все чистенько, зашел. Живешь, очень классное предложение, кто хочет,
пишите. Есть разные варианты. Есть 3,5 километра от моря вариант. И здесь, вот там чуть-чуть подороже. Но вот такая цена сейчас точно есть. Застройщик очень надежный, очень классно строит. То есть, видите, прям вот за 7 месяцев эти газончики обновил. Все, 7 этажей возвели. Красота, скоро вообще уже прям сдачу у вас будет. Рассрочка, еще раз повторяю, беспроцентная. По первоначальному взносу все договоримся с застройщиком, чтобы вам было очень мягко, лояльные условия были. Комплекс обалденный, в нем вообще все есть, полностью вся инфраструктура. Бассейн, фитнес, сауна, хамам, прям как город в городе. В общем, можно жить и не выходить оттуда. Вот так вот будет выглядеть. Ну, сейчас я вам сейчас покажу еще разок. Вот. Так, вот такие проекты. Это проект поменьше, он проект побольше. И рядышком с ним будет такого же плана еще больше проект. Видите, все есть, все что угодно. Теннисные корты, футбольные, бассейны, крытые, открытые. Площадки для детей, огромное-огромное количество. Красота. 6 месяцев назад или 7 здесь был пустырь, был фундамент. Заливался. Видите, как сейчас все там 7 этажей уже возведено. Такой огромный комплекс. Лобби всегда играет. Приятная живая музыка. Гитара. Флейта. Можно взять вот этих вкусняшек, шоколада вот этого, которых 24 часа. И потом пойти день чаю попить. Ну, можно там, конечно, попить. И давайте здесь по бару вам скажу, потому что народ сейчас немного. В общем, есть абсолютно все. И теперь вместе. И виски любые, да, по коньяк, Хеннесси, ВС, Реми Мартан, ВС. Еще Мартель есть ВС. А, текила есть черная, белая, скоро зеленая будет. Виски любые, да. Вот эти Чивес, вот 30-13 лет. Джек Дэниелс. В общем, много-много всего. Пиво, естественно, бутылочное. Вон Бекс, Миллер, Корона. Напитки все тоже бутылочные. Вино, шампанское. Ну, да я не пью у нас крепкие напитки. Уже 2 месяца не пью. Решил годик не пить. А, потому что организм, вообще, на самом деле, полностью нейронные связи там восстанавливаются в мозгу после любого алкоголя. Там хоть пиво там пьете, иногда шампанское, там вино. А, в течение года, представляете? То есть, вот, чтобы до заводских настроек состояние организма вернуть, год нужен. Вот один разок я так уже экспериментировал лет 7 назад. Сейчас решил тоже проверить себя. Вот все включено, хочешь, пей все, что хочешь. А не хочу. Вот так, так что же, экспериментируйте, пробуйте, это очень крутая штука. Через месяц у вас откроется, ну, мозг по-новому начнет работать. Очень-очень интересный такой экспириенс. Вот, много разных идей у вас будет появляться, огромное количество энергии, запала, мыслей разных, будет что-то новое открывать. Попробуйте обязательно, очень интересно. Ну и себя проверить заодно. Как красиво. Смотри, там горы Кимера вдалеке. Как мне нравится здесь атмосфера. Хочется прям лечь, полежать, музыку послушать на солнышке вот так вот. Прям обалденно. Ну, мы сейчас уезжаем. Парк Легенд. Так, ну здесь же у нас тоже, смотрите, здесь бар. Гизлиме. Музыка, там еще бар. Не знаю, сколько тут баров, ну просто вообще. Чтобы в любом месте. И все то же самое, по напиткам, все, все, все. Чивас, мивас, все, что хочешь. Шерри данс, вот даже есть. Кстати, из отеля можно в Кадрие вот сюда прогуляться пешком. Пошопиться. Ой, немножко. Можно вот до 10 минут и до Парка Легенд доехать. Ну, а мы, конечно же, приехали в Парк Легенд сюда пошопиться. Вечером здесь шоу проходит. Вот, за что на их сайт заходить, в Парк Легенд, уточнять, там, какие дни идут шоу, какие не идут. Вот, ну и пошопиться можно приехать, потому что здесь много товаров, которых нету у нас дома. Так, вот я люблю Polo, Calvin Klein люблю, что еще, Puma люблю. Там есть брендовый магазин с хорошими брендовыми вещами. Смотрите, у нас тут новогоднее шоу в Парке Легенд. Искусственный снег летит. Красота какая. Новогодняя сказка. Если кто рядом здесь отдыхает, лезьте, приезжайте и прилетайте тоже. Прям реально как снежинки летят. Ой, это реально снег, он холодный, это не пена. А нет, пена. В Кеке зашли еще. Очень нравится мне. Вам нравится? Кеки. Фильм Клен. В последнее время мне
Кеке полюбилась. Кельмин. Штаны. Зимовую шапку Жанну. Хотя я так ничего не вижу вообще. Что происходит? Так, в общем, Кельвин Кляйн в этот раз порадовал. Три вещи берешь, 25% скидку. Две вещи берешь, 15% скидку. Дальше уже роста нет, поэтому я взял три вещи. Ладно, на самом деле то, что подошло. Магазин Жанны. Валентина, Версачо. Кстати, для мужчин тоже есть вещи. Поймем, называется магазин. И как раз мы на производство. Мы попали на шоу. Пойдем поближе. И никого, смотрите, нету. А, вот сейчас короткое шоу будет. На лодке можно поплавать. Кстати, вот, по-моему, раньше был. Покупаешь на какую-то сумму, на лодке можешь покататься. Здесь очень красиво, да. Какая улица? Никольская? Никольского. Здорово вообще. Главные врата в отель. Land of the Legends. Раньше, кстати, можно было туда зайти, подняться наверх и деткам там конфеты взять, поесть. Теперь не пускают. Вообще нельзя даже пройти туда насквозь, там, на такси даже сесть. Там охрана теперь стоит по пропускам, проход. Так, ну на ужин на шведский стол мы опять опоздали. Слава богу, я его снял и выложили здесь или где-нибудь попозже. И сейчас в Инстаграм еще записал еще кое-что. Сейчас вам сюда тоже прикреплю. Ну, это кое-что, это по поводу агентства, которое здесь основал. Ну, вам сейчас сюда прикреплю, просто сразу послушать, чтобы не повторять несколько раз. Ну, а потом видео, может быть, где-нибудь вам расскажу. Потихоньку. Вы все увидите сами, где я работаю, с кем работаю. Так, ребят, давайте немного внесу ясность. То агентство, которое мы здесь основали с моим партнером 1,5 года назад, к нему я больше никакого отношения не имею, я из него вышел. Вот, сейчас работаю здесь со многими компаниями. За 2 года очень большой у меня круг образовался партнеров, коллег. Ну, естественно, все только проверенные, все только надежные. Потому что своей репутацией я дорожу. Все-таки 7 лет на YouTube. Так, сегодня решил попробовать лосося. Я там подсвечу очень вкусный, там он дал бедный. Чуть на мясо и рыбу. Можно сюда еще ходить и больше никуда не ходить. Очень вкусно здесь. Кроме Цезаря. Бургера того, когда я брал в первый раз. Сегодня вечером у нас караоке-шоу. Я бы, кстати, или бар не показывал еще. Можно вычислить, кто хочет, может спеть. Оставят следы. И шепот кожи бьется голос. Им надо жить. Хорошо поет, да? Хоть не выключали камеру. Погулять ночью. Таким же, как веселые турагенты, здесь так весело. Вообще, вот там внизу вот лобби бар закрывается. И круглосуточный бар. Здесь вот наверху. Баярум называется, да? А, бар-рум. Бар-рум, видите? С 9.30 утра. Наверное, до 9.30 утра. С 12.24. Вообще-то непонятное расписание. Но, в общем, ночью он работает. Это вот Дед де Густо. Ресторан 18+. Ну, то есть сверху надо обычный ресторан. Спортбар, так называемый. Так, а здесь же, смотрите, еще есть кидс-клаб. 10 часов открывается, 10 часов закрывается. Как раз мы с вами посмотрим, как убирают. Якшамлар. Как убирают детский клуб. Видите, ковры все убирают, моют специальным аппаратом. Чок гузы. Видите, там как классно все. Не буду ходить, потому что я в обуви здесь все начистили, надеты. Якшамлар. Доброго вечера, значит. А, можно сказать, игичеле. Это доброй ночи. И там еще игровые автоматы. Сейчас я им не сниму, потому что темно. Сейчас такой ночной обзор номера. Номер отеля. А вдруг что-нибудь интересное еще увидим. Вот здесь вот автоматы игровые. Там еще и боулинг. Так что еще приходите. Я вот хожу с водичкой. Слежу за своей дамой. А дама моя с подругами веселятся вообще. Ну как веселятся, весело. У них тут турагенты и... Тоже представители отеля тут встречаем, разговариваем.
Ночью тоже даже о деловых вещах разговариваем. Завтра днем продолжим. Как это будет? Какой бар? Спортбар. Так, по напиткам здесь так же, как и везде. Все есть, все что угодно. Клоа, Бейлис, Пуантро, вон вижу. Я заказал на камеру. Там режим Night View будет. И вам в таких вот сумерках ночных дорог будет лучше видно. Короче, ночной режим будет. Там он будет высветлять так прилично, хорошо. Видите, тут так вообще ничего не видно, а глазом есть хорошо вижу. Ну, то есть свет есть, а камера не берет. Давайте здесь установим скрытые камеры, посмотрим, как убирают здесь. Вот я сейчас видел, они вот эти вот для льда специальные, вот этот канистры. Он ее прям средством продезинфицировал, поработал, потом моет. Тщательно, видите, как можно интересно ночью понаблюдать. Ну, то есть прям стараются, видите, все. Все со средством, там машинкой все. Ну, потому что отель заботится о безопасности, чтобы никаких инфекций не было. У них есть там специальные указания. То есть, видите, в детской комнате мне вообще вот очень понравилось, что они моют все. Да? Это что-то в обуви пройдет, в носках. И прям ковры все убирают, машинки специально со средством моют. Здесь вот моют. Почему? Молодцы, такие отели, они как бы заботятся об этом. Что никаких кишечек, ничего не было. Вот. Потому что многие спрашивают, почему вы ездите в такие отели хорошего уровня. Слушай, ну с детьми в дешевый отель ездить нельзя. Лучше переплатить и отдохнуть хорошо, чем приехать в отель дешевый. Цепануть кишечку и весь отдых провести где-нибудь в номере. Дай бог в номер. Вот, поэтому. Без детей еще можно. Так, смотрите, подписчиков встретили. Привет передавай друзьям своим. Всем здравствуйте, приветики. Давайте тоже подключайтесь, не стесняйтесь. Да, это очень хорошая отель, здесь очень классно. Тоже бери камеру, и снимать начинай. Очень Саня, интересно. Мне он очень классный тут. Это не так вкусно. Давай, хорошего отдыха вам. Ладно, до свидания. Все, пошли мы на мероприятие у нас сегодня. Так, он говорит, как с корабля на бал, я с просмотра квартир на бал. Сегодня награждение у нас. Турагентов Жанты будет награждать. Большое количество оформленных заявок. Вояж, Тесть и Макс. Так, тихо, тихо. Все, уже начали обливание. Так, вот такой зал будет. Давайте покажем, какие последние угощения. Сегодня здесь осьминоги, креветки, рыбка, здесь суши, сыры. И потом сейчас еще будет горячий, второй, первый, третий. Цифра 8, моя любимая. Поздравляем в комментариях Жанну. Меня тоже поздравляем. Мои награды, кто не видел. В Телеграм смотрите. Заходите на сайт, читайте в новостях, там все опубликовано. Стараемся. Работаем, получаем призы, награды. Проваливаемся в мир вояжа. Спасибо большое, мы тоже рады вас видеть, естественно, Россия, спасибо. Итак, Узбекистан. Узбекистан. Ой, а что так слабенько? Старайтесь, покричите. Награждение, Еда, мясо, привет. Сегодня наградили за лучшие съемки на YouTube. Мне подарили столовую тарелку. Я пишу в комментариях по честному. Так, я добрался наконец-то снимать. Смотрите, автоматы. Боулинг. Бильярд. Там PlayStation. Все бесплатно. Ни за что платить не надо. Поэтому сами приходите, детки приводите. Есть такие поменьше, побольше, баскетбол там. Гоночные машины, мотоциклы. Все бесплатно. Там еще машины. Настольный футбол. Она любитель на мотоцикле, она все время катается. Здесь тоже показывают. Класс. Деревья сшибают.
я очень ровно еду. Вообще, я всю жизнь каталась на мотоцикле. Я прям сюда вот вояж приехала. Ужин у нас в главном ресторане Дегусто. Салат аппетитный с креветками. Суши, роллы. Что-то типа сашими здесь нарезано. Соус суши. Здесь чипсы из креветок и начосы. О, смотрите, здесь такая выгулка. Вот она рыба, которую будут жарить. Вот она рыба, которую уже пожарили. Целая рыбка, лосось, дорада. Вон там лежала. Здесь у нас этот леврет по-турецки. Забыл, как по-русски эта рыбка называется. Сибас, точно. Так, вот здесь у нас еще кальмары. Миди с кальмарами. В общем, здесь такой, знаете, рыбный стол, рыбная вот здесь зона. Пойдемте в другую зону. Так, здесь у нас еще, смотрите, выкладка по мясу. Козятина, котлеты, курица. Вот здесь огнем все горит, пылает. Мераба, якшамна. По-турецки добрый вечер. Вот так вот мясо это жарится. И вот здесь выкладывается. А иногда можно прямо вот с пылу жару попросить немного, там кто любит. Medium rare, там medium well, недожаренное, и прям вам положишь. Так, вот, ну здесь котлеты, все это. Такую простую еду, типа вот риса, там я вам не буду снимать с макаронами. А вот остальное все подробненько вам поснимаю. Вот видите, мясо прям только заканчивается, и сразу сейчас свеженького положат. Да, кстати, там, где мясной отдел, вот с этой курочкой у нас тут есть и перец жареный. Вот с этой же стороны здесь детская выкладка идет, детская шведская линия. Для деток печенье, все тут и есть йогурты, фрукты, вот так вот. Плюс еще дополнительно есть для тех, кто не ест жареное, тоже деткам там можно набрать отварной курицы, отварного мяса. Когда приходишь голодный, лучше это не снимать. Аппетитно так все, пюре, овощи, все такое сочное. Специи вот можно себе. Мясо посолить. Вот, кстати, здесь грибочки жарятся очень вкусно, аппетитно выглядит курица. Так, а вот перчик, и вот как раз грибы тоже жарят. Ну и рис заодно вам покажу. Который сказал, что не будет снимать. Просто иногда люди стоят, приходится отходить, подходить, чтобы вам нормально показать. Поэтому в одном режиме это реально все нереально. А вот когда потихонечку вид люди стоят, то все потом в одно объединить, так, мне кажется, интереснее будет, да? Так, вот у нас перец, вот у нас собственное мясо. Антрикот из говядины, это прям как у нас стейк, соус, демиглас добавить можно. Вот, кстати, у нас вегетарианский стол, для деток можно суп набрать, пару видов, видите, как миска, это прям для деток, все отварное есть, и курица, и морковка, тоже рис, сосиски. Здесь макароны можно отварить, вам прям отварить, хотите с креветками, хотите с курицей, то есть любые ингредиенты можно добавить и сварить, свеженькие, чтобы были. Так, чтобы люди в кадр не впадали, это очень многие не любят. Так, вот макароны с креветками, видите, вот такие вот равиоли. Поэтому поддерживайте, стараюсь для вас, снимаю еще иногда кое-что удалять, чтобы потом проблем не было. Меня не все любят. Вот здесь еще два вида супа овощной. Суп из креветок, вот первый раз такой вижу. Здесь у нас зона пиццы. Раз, два, три, четыре, пять. Итак, четыре раза видов пиццы вижу. А, даже 5, потому что, видите, здесь еще сырная пиде, лепешки, очень вкусно, видите, прям в этом, такой печи, там дыры, как она называется, все делают и свеженькие вот так вот подают. Давай так, то вам еще для атмосферы, чтобы понимали, лично хоть вход, там зона хлеба, здесь kids and, этот, диетическое питание, здесь у нас сладкое, здесь мясо, вон там рыба, там суши. Я ищу овощи, я даже не нашел. Представляете, сколько мест, что заблудиться можно. Вот сейчас там собираю этот комплект из видео. Со всех дней, чтобы у вас одно все включено было. Так, здесь у нас, смотрите, там китайская, вьетнамская еда. Здесь у нас индейка жареная, да, баранина, картошка фри. Этот рис очень вкусный, да, с этими, с овощами. Это у нас говядинка, да, с таким соусом. Это называется, забыл, это у нас что-то типа вок с овощами, с лапшой там, перемешечка такая очень вкусная. Так и называется, видите, вок and фар. Здесь вот такие блюда, это киноа, по-моему, да, называется. Кто специалист у нас в такой еде? Сыр,
Видите, такое все прям оп-оп. И, по-моему, даже безглютеновая, да? Да, диета, по-моему, безглютеновая, да? Вот еще отварная зона. Здесь тоже курица, морковка отварные. На этом же островке у нас, смотрите, тоже картошка, мясо, вот здесь индейка в тандыре, жареная говяжья печень, здесь рис, здесь креветки у нас, сейчас соус. У нас котлеты с индейкой, здесь с грибами что-то, здесь у нас рулет из индейки, соус демиглас. Как вам, аппетитно, нет? Пишите. Здесь у нас отдельно овощной стол и салаты. Вот такая красота. Смотрите, сколько у нас здесь всего на холодном столе. Это у нас что, типа языка вот здесь вот. Мясная нарезка, смотрите, сколько много. Снизу там и фасоль, и лобби. Так, и грибы здесь есть, и рулеты. Хочешь помидоры там с сыром? Хочешь помидоры маринованные в соусе? Так, здесь можно себе салат замиксовать. Сыр, фета, овощи, соусов. 10 тысяч видов, здесь все подписано. Чего только нету, яблочные там соусы. Так, здесь сыр, сырная вечеринка. Огромное количество видов сыра здесь. Можно тоже, видите, себе собрать салат на любой вкус. Баклажанчик добавить себе, морковку, цветную капусту. Здесь тоже у нас, смотрите, чего только нету, кукурузу нарезать. Прям, я не знаю, можно любые желания любых гурманов удовлетворить. Видите, как, сколько всего тут у нас. Здесь салаты. Еще дальше продолжается мясо. Мясо, нарезочка, колбаса. Натуральная, причем даже не просто колбаса, это нарезка, там индейка, да. Копченая курица, копченая индейка. Здесь, вот видите, все написано. Можно читать, копченая индейка. Так, ну и все, тут мы с вами этот остров начинаем. Соусы есть и лимонные, и винные, и бальзамический уксус, оливковое масло. Так, давайте по сладкому здесь у нас. Турецкие сладкие. Турецкие сладкие, турецкие сладости, хочешь с орехом, фисташки, грецкий орех, все, что хочешь. Так, здесь у нас много разных пирожных, фрукты, сейчас тоже как раз фруктик возьмем, клубника, ананас, что у нас по времени, 8:48, ужин еще не заканчивается, ну, сейчас, наверное, еще добавят, но так можно тоже набрать. А, это хурма тоже сейчас сезон, очень вкусная, мандарины, апельсины, яблоки, сливы. Так, дальше пойдемте посмотрим, здесь у нас вход. Здесь у нас тоже еще пирожные эти. Видите, это как называется с грязным этим? Муравейник, да, или как он называется? Или что-то другое у нас. Так, вот здесь еще пирожные, в общем, на любой вкус. Хочешь стаканчики, хочешь без стаканчика. Так, и здесь у нас мороженых два вида. Ну вот и все, наши каникулы в Вояже подошли к концу. Очень грустно расставаться с этим отелем, потому что это наш любимый отель. Я его очень люблю. А ты, Жанна, любишь? Да. Мы очень любим. Прям хочется остаться здесь. Но это значит, мы приедем сюда еще раз. Или не раз, а может быть 2, 3, 4. Хотя мы здесь уже были. Не знаю, уже раз 10, наверное. Спасибо всем, кто провел эти выходные с нами. Всем спасибо за поздравления. Вот, приезжайте, отдыхайте. Вот. Все, мы сейчас пакуем чемоданы. Скоро мы улетаем в Россию, если вдруг кто не знает. У нас там дело запланировано кучу в горах. Открытие офиса, то, что у нас там был офис 2007 года. Потом я его подзакрыл чуть-чуть, переместил с Дмитровки на Химки, переместил, потом закрыл. Сейчас есть опять необходимость. Вы пишите, Жень, хотим офис в Москве, хотим к тебе приезжать, выбирать квартиры, покупать туры к Жанне, вот, поэтому у нас большое развитие впереди, еще много стран. В Таиланд надо слетать, застройщиками повидаться, потому что контракты все заключены, но надо все лично повидаться и вам поснимать обязательно недвижку, отели, отдых. Все, огромное всем спасибо, кто смотрел до конца. Как всегда, не замечательно вот никаких мелочей, всякую ерунду, да, потому что в каждом отеле есть какой-то свой минус, свой нюанс. Главное, это солнце, море, зеленушка, пихта, облепихта, которые очень вкусно пахнут. Заряжайтесь. Огромное вам всем удачи и пока. Увидимся в следующих видео. Пишите, что еще снимать. Нужно ли Россию снимать? Ну, думаю, будем точно снимать все. Презентации проводить онлайн, офлайн. Так что всех ждем в гости. Приезжайте. Чай попить, кофе попить. Тур купить, квартиру посмотреть. Все, огромное всем удачи и пока. Джан тоже вам там пока у себя в Инстаграме говорил. Ой, как здесь пахнет. Когда заедете в этот отель, вот выйдите вот из этой двери,
Если вас даже на машинке повезут, скажите, сейчас, секундочку, сейчас я выйду сюда, понюхайте, и вы обалдеете, как здесь пахнет. Вообще, запах обалденный.